Одной очень странной ночью я летел на автобусе в далекий-далекий Лас-Вегас. Но что-то вдруг пошло не так, и бац! Я оказался здесь в Роблоксе, и я играю, кажется, в Фортнайт, и меня только что убили косой. What? Что происходит вообще? Так, я заново зареспавнился, взял свою РПГшечку, спрыгнул вниз и убил этого чувака с косой, который пытался меня уничтожить. Вот так вот. Оу-оу-оу-оу-оу! Откуда он стреляет? Погодите-ка. А, вон он на горе стоит. Слушай, очень странный режим. Мне кажется, здесь победить невозможно. Но это называется Fortnite Roblox Edition. Да, это странно. Это очень странно. Так, ну-ка, лови, лови. Остановись-ка. О-о-о, больно. Это было очень больно. А, здесь карта достаточно небольшая, и мне даже стало интересно, что же есть на этой карте. У-ху! Я бегаю и срубаю всех. Вот так вот. Да, я нашел баг, и это баг имени Пози. Я бегаю и всех срубаю косой. Чем я занимаюсь вообще? Так, ладно, надеваем парашют и... А вот не догоните меня, ясно? Я лечу прямо под автобусом. А как чувак на шарики залез? Эй! Тихо-тихо, аккуратно. Я спускаюсь, они по мне не попадут. Торпеды прямо по курсу. Вот так вот. Так, так где? Теперь заряжаем. Ага, вижу одного. Не знаю, попал я по нему или нет. Так, отходим подальше. У них у всех эти косы. Берем РПГшечку на всякий случай. Целимся. Целимся. Вот так! Попал. О-хо-хо-хо! Ты-то видел, как я разнес это дерево? Так, тихо, опять ТЭК-9. А, нет! Он готовится выстрелить! Ух, я вовремя его подорвал. Интересно, я могу снести эти дома? Ну-ка. Нет, они не сносятся. А в чем прикол? И зачем здесь значок Fortnite, если это вовсе не Fortnite? Это просто какая-то китайская подделка Fortnite. Ну, даже нисколечки не похоже. Нисколечки, ясно? Но режим, кстати говоря, от создателей PUBG в Роблоксе. Поэтому неудивительно. Здесь так много комнат в этом доме. Здесь вот бегай, лутайся. Бесконечно вообще, бесконечно. И тебя здесь никто не найдет. Дом похож на Хогвартс. Здесь по-любому есть еще выход с обратной стороны, да? Вот, выход во дворик. Вышли через гараж. Окей, мы, в принципе, затестировали все оружие, которое здесь было. Здесь нечего делать. Пойдемте в следующий режим по Фортнайту. Этот режим тоже связан с Фортнайтом. Правда, до конца не понимаю, что здесь делать. О-о-о-о-о! Я лечу на воздушном шаре! Ничего себе, он здоровенный! Так, и что, мне, наверное, нужно надеть парашют и полететь куда-нибудь, окейушки? Надеваем парашютик и... Какая же здесь красивая карта! Этот режим мне намного больше нравится, чем первый наш режим. Нужно, правда, аккуратно спуститься вниз, вот так вот с парашютиком, как джентльмены. Вон до той машины идем. Смотри, какой там длинный чувак. О, кстати, мне кажется, даже я стал длиннее, да? Смотри, я похож на какого-то полукачка. Спокуха! Спокуха! У меня же нет оружия! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он меня сейчас убьет! О-хо-хо-хо! Я куст! Ты меня не видишь! Тихо, меня здесь нет. Да не же! Не же, он меня убил! Ну конечно! Конечно, как же еще? Так, ладно. А здесь есть магазин какого-нибудь арсенала? Нету? Нету! Ладно, полетели. Так, опять спрыгиваем на парашютике. Нужно куда-нибудь подальше в горы. Или в какой-нибудь дом, там, где есть лут. Я вижу оружие! Я вижу оружие! Я хочу его подобрать. Даже несколько оружий. Так, нужно просто забежать вот на эту автостоянку. На первом этаже есть что-то, на втором этаже есть что-то. Да вообще на всех этажах. Так, это круто, это круто. Нужно подобрать этот пистолетик. Такс, это, наверное, какой-нибудь суперновый револьвер, да? Он мощный. Так, а это дробовик. Оп! Я не могу держать дробовик в руках, я от него падаю. УЗИшка! А! Да, больно? Ладно, я буду бегать с УЗИ. Да, я стал намного длиннее. Так, и мы почти забрались. Тут, наверное, рано или поздно будет какая-нибудь винтовочка. Вот винтовочка не повредила бы. Так, я видел. Видел чувака. Вон он. Ты его видишь, да? Я тебя убью! Нет! Он меня, кажется, сейчас убьет. Давай! Это батл! Батл рояль! Не скроешься от меня! Так, тихо. Давай же! Савапы! Попаду по нему. Оп, так, промазал. Последний патрон. Да! Нет! Буду сколько тебя мочить! Не подходи ко мне! Не подходи! Какой же сложный режим! Здесь невероятная динамика!
О! Пару раз попал. Да, есть! Я его смог убить! Е-ху! Окей, это был мой первый враг. Он мне почти жизни не снес. Замечательно. Я применю другую тактику, пожалуй. Я, пожалуй, просто спрячусь где-нибудь там вдалеке, в горах, снайперской винтовочкой. И буду стоять издалека палить, да? Упс. Кажется, я спалился. Вот так вот. Ха. Не ожидал, что у меня много оружия, да? Ой, у него дробовик тоже. Так, убил. Второй игрок. Пошел второй игрок. Я уже двух вынес. Я еще не помер. Меня так просто не убьешь. Уху! С одного удара его вынес. Снайперская винтовочка — это тема. Так, давай мы опять заныкаемся где-нибудь за этот куст. Передвижной. Здесь, по идее, должны быть еще машины, если я не ошибаюсь. А мне кажется, я ошибаюсь. Есть! Попал! Ха-ха-ха-ха! Далеко от меня не улетишь! Ты думал, я простачок? Нет, я не простачок. Я просто любитель батл-рояль игр. Правда, я давненько не играл уже в Fortnite, но почему бы и нет. Превращусь в куст. О, да, меня здесь никто не найдет. О, дорога? И там какое-то зеленое оружие. Так, я хочу туда. Что там? Сейчас мы соберем вот эту зеленую оружечку и узнаем, что она нам дает. Может быть, мы с тобой скоро найдем машину? Если она здесь есть. Разумеется. Что это такое? А, М-ка. Ну, у меня же есть уже М-ка. Нет? У меня нет М-ки? Ладно, побегаю с М-очкой. Еще и калашек можно собрать. На нолик. С калашиком пойдем кого-нибудь убьем. Я умею плавать? О, я по воде бегаю. Не ожидали такого, да? Ой-ой-ой-ой-ой, они меня преследуют. О, нет. Почему я не попадаю? Вау, есть, одного убил. Появилась воронка в воде. Что это за воронка такая? Тихо, я буду стоять на одном месте. Я думал, я не убиваем, я думал, у меня бесконечное количество жизней. Не, ну как бы это нелогично, но во всяком случае. У-ху! Давай, сразимся на кирках. Давай на меня, кабан. Давай, не уйдешь. Он уже волосы потерял. Давай, 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 почти пристрелил его. Перезарядка. Есть, я его убил обычным пистолетом. Фу. Так, ну здесь должен калашик заспавниться. Хорошо, подберем калашечек. Это ты меня в тот раз убил? Я помню тебя. Я тебя запомнил. Теперь ты от меня не уйдешь. Есть! Месть за месть, как говорится. Так, а ты откуда стреляешь? Сверху? Ага, вот тут вот ты. Так, 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 сейчас мы его заманим в ловушку. Я всего лишь куст. Ладно, он меня спалил уже. Я попал под воду, наконец-то. Фу, я скрылся под водой. Ну, здесь он меня точно не достанет. Он даже не узнает, куда я убежал. Давай, выпрыгиваем. А, я не могу выбраться. Я утону. Не. Обожаю Roblox. Вот только за это. Только за это, понимаешь? Только за это. Я нырнул под воду и теперь буду бесконечно здесь плавать. Обожаю Fortnite в Роблоксе. Хотя, в принципе, это отличное место. Это, я бы даже сказал, какой-нибудь баг. Мы можем кого-нибудь сейчас выследить и подстрелить его, пока он будет плавать. Давайте-ка подплывем кому-нибудь. А! Теперь я застрял в камне. Пересоздам персонажа, окей. Томпсон! Да, я еще с Томпсоном не бегал. Так, ну давай на кого-нибудь с Томпсона нападем. Что это было? Я споткнулся? Нет, он мне в голову выстрелил. Да нет, вроде. Это так странно. Я хочу выпрыгнуть. Эй! О! У меня получилось. Вижу сразу двух игроков. На крышу этого здания залечу. Давай, 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 давай. Там идет какой-то обстрел. Так. О, шикарно! Есть, мы на крыше, мы на крыше. А он идет сейчас сюда. Надеюсь, мы успеем подобрать оружие, первее его. Давай, давай, давай. По спуску вниз. Возьму кольт на всякий случай. Ждем его. Устроим ему сюрприз, motherfucker. У него УЗИшка! Беги! Беги! Ран, Вася, ран! У-ху! Буду летать на парашюте! Не догоните меня! Оба! Я куст, я куст, я куст! Они меня спалили! Нет! Нет! Они меня спалили! Вот же счет! Так, 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 так. А, не успел спрыгнуть вниз. У них команда, у них целая банда там. Это организованная преступность. Во, 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 остановись здесь. Вот шикарное место. Вот здесь меня, да, вроде бы в тот раз убили. Или даже там. Вон он бегает. Я его специально агрю. Так, забираюсь на детскую площадку. Поднимаюсь на второй этаж этого дома. И с лестницы палю по нему. Попал! Он сейчас пойдет в мою сторону. Не хочу облажаться. Окей, с обратной стороны дома зайду. Здесь, на втором этаже, по-любому есть что-то. Да, здесь есть ямочка. Как забраться здесь на чердак? Что это? Гранатка? Нет, это Томпсон.
Он меня все-таки убил. У него более мощное оружие. Как так? Ладно, я устал играть в Fortnite. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставьте свой лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И оставайтесь такими же крутыми и веселыми. И увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.